Весь мир помогает врачам в борьбе с эпидемией. В Чехии популярные игрушки теперь носят маски. Деньги с продажи фигурок идут на покупку дефицитных средств защиты от коронавируса для докторов. Во Великобритании финансовую поддержку медикам оказал столетний ветеран Том Мур. Он устроил благотворительный марафон и в течение 10 дней ходил во дворе своего дома по 10 кругов в сутки. Вместо запланированной 1000 фунтов стерлингов ему пожертвовали 12 миллионов. В Англии автобус Гарри Поттера возит уже не на платформу 9 и 3 четверти, а в больницу. Водитель бесплатно помогает врачам добраться до госпиталя или дома. Волшебный поступок. А в Индонезии на службу поступили роботы. Они носят защитные визоры, ориентируются в пространстве и развозят пациентам лекарства.